учите историю. А ведь Российская империя, даже со всеми землями, которые сейчас не распространяются на нас, и куда мы едем теперь по загранпаспортам, и которые теперь нацелены, а мы, занимает по-прежнему 1/6 часть суши. Поэтому маленький процент суши ушел с нашей империи. А так хочется все вернуть. И это зависит от вас. Поэтому, уважаемые друзья, всем большое спасибо. Учите историю.